Отдых на природе, возле озера или реки – обязательный вид развлечений летом. Так планировала провести свои выходные пара из предгорного округа Ставропольского края. В августе 2023 года они приехали к реке Дарья, но не ожидали, что их идеальное воскресенье превратится в кошмар наяву. Зайц, ты достал шампура из подарка? А, еще нет. Как так-то? Первым делом нужно шампура подготовить. Не переживай ты, давай лучше там закуской займись. Тут я все успею, все сделаю. У меня давно уже все готово. Так мы туда с ночевкой или как? Да, с ночевкой, там есть свободные номера. Здорово. Сон на природе, это же прекрасно. Ребята сказали, там еще рыбу можно половить. Возьмем удочку, порыбачим. Я хотела как раз взять колонку, а ты меня здесь отвлекаешь. Слушай, позвоню сейчас Илюхе, узнаю, взял ли он мясо. Привет, Илья. Че там, как дела, как сборы? Здорово, Саня. Слушай, да полным ходом. Мясо взял, напитки взял. Че, когда выдвигаться-то будем? Ну, я тогда думаю, через час мы вызовем такси, заедем за тобой. Ребятам тоже наберу сейчас и выдвигаемся. А, ну, отлично. Слушай, я еще дрова взял. Одну пачку. Ну, не хватит, найдем, не проблема. Тогда связь через час. Как сейчас помню, это было 19 августа 2023 года. А мы про это узнали 20 августа. Собралась компания друзей, они отмечали день рождения, и они поехали на природу, так называемое место в Ваночке. И собрались туда ехать. Один из приглашенных пригласил своего родственника, племянника, ну и он поехал с ними. Когда он, соответственно, приехал, многие были осведомлены о его подвигах, то, что ранее он совершил, поэтому многие уехали, особенно с детьми. Ну, остались более-менее взрослые. Вот это тоже берем? Да-да, конечно, все берем. Все нужно. Я не пойму, куда мы вообще едем? Душа моя, ну потерпи. Это сюрприз. Какой сюрприз? Мы едем на свежий воздух. Но обещаю, тебе все понравится. Хорошо, тогда я пойду переоденусь. Хорошо? Сам мужчина, именно погибший, был очень положительным человеком. И в ходе расследования уголовного дела я в этом убедился. Он
такой был бодрый, активный, очень любил спорт, очень любил рыбалку, охоту. И вот, ну, все про него говорили, что это золотой человек, таких вот мало на самом деле. Это действительно так было. Соответственно, он со своей супругой, сожительницей, ну, отдыхал. Илюк, давно хотел спросить, как там на зоне? Правду знать хочешь? Не мед, Сань. Что там хорошего может быть? Уныло, тоскливо. Иной раз на потолок лезть хочется. Фигово, одним словом. Сколько отсидел в итоге? 12 лет. Ничего себе. Ну и что в голове? Что-то поменялось, щелкнуло, может? Как дальше, что думаешь? Да, конечно, Сань, конечно. Дурак я был. Поверь, времени у меня было просто предостаточно для копания в голове своей. Слушай, ну мы так до конца не поняли, что там тогда произошло-то? Как получилось? Ну как все было-то? Предлагаю выпить за этот прекрасный весенний вечер. Ну, вообще-то уже ночь. Как? Уже? Тем более. А ты знаешь, что делают по ночам взрослые люди? На что ты намекаешь? Нет, не надо! Сюда. Не надо! Отпусти! Что сюда ты делаешь? Я сказал. Перестань! С самого своего детства уже был очень маргинальным человеком. И уже будучи несовершеннолетним, он совершил кражу. Получил условку, потом отсидел год, вышел, потом совершил иные насильственные действия сексуального характера. Ну вот как-то так. Да она сама хотела, я ж по глазам ее видел. Ну вышло как вышло. Да. Что, ребят, костер готов? Да, готов, пойдем мясо нарезать. В это время возле другого берега реки на отдых приезжает пара возлюбленных – Дмитрий и Ольга. Они, в отличие от шумных ребят, искали более уединенное место, которое так идеально подошло бы для их романтического вечера. Ну, рассказывай, куда ты меня привез? Сегодня мы проведем здесь целые сутки. Здесь? Нас ждет вкусная еда, рыбалка, а еще? Танцы. А ночью мы будем смотреть на падающие звезды. Только ты и я. В тишине и спокойствии. Это романтично. У меня такого еще никогда не было. Все для тебя. Пойдем?
такой романтической обстановке пара собиралась провести время до следующего дня. Для этого у них было все подготовлено. Место выбрали спокойное, разбили палатку, разожгли костер и просто наслаждались отдыхом на природе. Ничего не предвещало беды, по крайней мере, так казалось. Илюх, посмотри, мяса ты еще сколько осталось. А дров и углей вообще нет. Пойдем прогуляемся, может, в реке? Ну, пойдем, пойдем. Дров. Пойдем, сходим. Туда? Да, пойдем туда-нибудь. Где же? Собственно, когда прогуливались в лесу, искали дрова, увидели палатку, машину. Мужчина, женщина, вполне положительные люди, добрые, отзывчивые. Они познакомились, ну и, соответственно, ушли. Слышь, сейчас, Саня, ну давай к этим персонажам подойдем, а? Ну, пойдем посмотрим, может, есть что-нибудь поджечь. Здорово, молодожены. Ребят, привет. Привет, ребята. Да мы не молодожены еще. А что так? Ну, время не пришло. Как время проводите, что? Да отлично, вон шашлычок жарим. Все хорошо, наедине. В тишине, спокойствие. Слушайте, дров нет у вас? Лишних не осталось? У нас мясо осталось, а дрова закончились. Не, ребят, все сгорело. Помочь ничем не могу. Слышь, ну иди посмотри где-нибудь, да? Чего ты тоже? А как подругу твою зовут, а? Илюх, тормози, а? Ну зачем тебе имя, а? Ребят, мы сюда приехали спокойно отдохнуть. Вдвоем, да, в тишине. Ребят, без проблем. Извините, не хотели, чтобы так получилось, на самом деле, потревожить. Да, просто подошли. Узнать дров. Все, извините. Отдыхать. Бывает, ребят. Вы тоже отдыхаете. Да. Супер. Все нормально. Ты как, нормально? Какие-то приставучие. Ага, особенно этот черный хам. Да ребята выпили. Слишком много. И походу реально немало. Угу. Ладно, надо перестраиваться как-то. Что-то у нас дальше по программе. А, рыбалочка. Обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения посчитал, что тот выпроводил их. Хотя на самом деле потерпевший ничего подобного не говорил. Это были домыслы и предположение обвиняемого, когда он находился в состоянии опьянения. Он просто неправильно оценивал ситуацию. Наш обвиняемый проснулся, находясь в состоянии алкогольного опьянения, конечно же, и решил пойти выяснить отношения. Просто ни с того, ни с сего. Взял с собой нож и пошел ночью пешком в направлении. Почему он взял с собой нож, он объяснить не смог. И если ты решил поговорить, зачем ты с собой берешь ножик? То есть непонятно это было. То есть он изначально шел под надуманным для себя самого предлогом, сам придумал этот предлог и пошел совершать незаконные противоправные действия. Вооружившись ножом, рецидивист стал наносить многочисленные удары по мужчине, не оставив ему ни единого шанса выжить. Романтический выходной превратился в кошмар наяву. На глазах девушки убивали ее возлюбленного, а она ничем не могла помочь. Кстати, борьбы никакой
фактически не получилось, потому что мужчина потом упал, он еще сверху ему наносил ножевые ранения. Его жена пыталась разнять, но ничего не получилось, ну, она физически слабее. Обвиняемый нанес не менее 12 ударов по различным частям тела, по конечностям, по туловищу. Резные удары были также по лицу. Смерть потерпевшего наступила мгновенно на месте совершения преступления. И после убийства обвиняемый переключился уже на потерпевшую, на супругу погибшего. И стал уже совершать противоправные действия в отношении нее. Но в конце концов он ее взял за волосы и стал таскать по всему лесу. Сначала в одно место поднялся. Там попытался с ней вступить в половое отношение. Не получилось это сделать, поэтому он совершил ненасильственное сексуального характера в отношении этой женщины. Это было где-то час длилось все после убийства. То есть ее мужа, вот, она, конечно, кошмарные моменты пережила. Ольге казалось, что этот ужас никогда не закончится. Но в какой-то момент девушке удалось вырваться и убежать от мучителя. Именно это и спасло ей жизнь. Помогите! Он убил! Убил! Кого убил? Кого? Где? Что случилось? Вызовите полицию! Полицию! Состоянии, вся в крови, в подавленном состоянии. И через этот ад пройти, это, конечно, было тяжело. Ну и, соответственно, сразу мы прибыли на место происшествия. Обвиняемый скрылся с места происшествия, мы его не могли сутки найти. Следственная оперативная группа прибыла на место происшествия, начала делать первичные следственные действия, осмотр, допросы. Нам повезло, мы нашли нож, в котором было совершено убийство. Он его выкинул за речку, ну, примерно метров 40-50 от места совершения убийства. Но при помощи различной криминалистической техники мы смогли найти металлический нож. Когда уже мы оканчивали дело, он не говорил о том, что я зря это сделал, это то, что произошло, виной всему состояние алкогольного опьянения, он себя не контролировал и не понимал, что делает. Однако проведенная экспертиза судебно-психиатрическая показала, что все он контролировал, он осознавал характер совершаемых им действий, руководствовался своими действиями и все осознанно делал. Снисхождения ожидать не пришлось. Суд назначил наказание в виде 20 лет колонии особого режима. В начале июля 2024 года приговор еще не вступил в законную силу. Но это наказание никогда уже не залечит раны женщины, которая при ужасных обстоятельствах потеряла своего любимого человека и сама едва выжила. Эту ночь она действительно запомнит навсегда.